Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о сложностях, с которыми можно столкнуться, беря животное из приюта. Взять животное из приюта – решение, которое заслуживает уважения. Однако при этом оно же предполагает осознание большой ответственности, которую берет на себя будущий владелец. Прежде чем взять собаку или кошку из благотворительной организации, необходимо взвесить все «за» и «против». С какими сложностями можно столкнуться, беря животное из приюта? К чему важно быть готовым? Давайте разбираться. Первая сложность связана с трудным периодом адаптации животного из приюта в новом доме. Большинство собак и кошек, находящихся под опекой благотворительных организаций, испытали серьезный стресс в прошлом и поэтому тяжело доверяют людям. Желающим взять животное из приюта обязательно нужно быть готовым к сложному поведению, которое питомец будет проявлять первое время. Необходимо будет запастись терпением и постоянно проявлять заботу о четвероногом друге. Адаптационный период может длиться у животного от нескольких недель до нескольких месяцев. Вторая сложность связана с дополнительными временными и денежными расходами на специалистов. Очень часто собакам и кошкам из приюта в адаптационный период требуется помощь кинолога или зоопсихолога. Животное нужно научить правилам жизни в новом доме. И без помощи специалистов в процессе воспитания зачастую бывает очень сложно обойтись. Третья сложность – постоянный контакт с ветеринарным врачом в адаптационный период. Врач поможет подобрать подходящий для питомца рацион и составить правильный распорядок дня. Поставит прививки и при необходимости стерилизует животное. Также специалист расскажет об индивидуальных особенностях организма питомца, которые необходимо учитывать при его содержании. Четвертая сложность – необходимость постоянного контакта с куратором из приюта. Сотрудники благотворительной организации отслеживают жизнь своих подопечных, поэтому важно быть готовым к тому, что они периодически будут звонить вам, узнавая о состоянии вашего питомца. Правда, большинство специалистов ведут себя ненавязчиво, поэтому бояться такого общения не стоит. Беря животное из приюта, вы рискуете столкнуться с рядом сложностей, однако все их с лихвой перекрывает любовь вашего нового питомца. Не зря собаки и кошки из приютов считаются самыми благодарными и преданными питомцами. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!